Наступила пятница, это значит, что свежий номер Одинцовской недели уже напечатан в типографии. Давайте вместе посмотрим, что интересного мы приготовили для читателей в этом выпуске. Почти 70 тысяч школьников и их родителей завтра примут участие в акции «Доброе дело весна». Выйти на субботник, помочь ветеранам, отправиться на экскурсию или посадить деревья. Ученики сами выбирали, какие добрые дела хотели бы сделать. 76-летняя жительница Жаворонок едва не стала жертвой телефонных мошенников. Спасли пенсионерку буквально в последний момент сотрудники банка, заподозрившие неладное. А поучительные для всех истории читайте в номере газеты. Даже век гаджетов для многих лучшим способом провести время с удовольствием остается чтение книг. Одними из самых читающих представителей современных профессий считают журналистов. Наша редакция отмечает День книги и делится своими читательскими предпочтениями. Решили рассказать о них и одинцовцы. Ребекка Ярос, у нее есть цикл, называется «Четвертое крыло». Вот, очень интересно. Как раз про наездников, всадников, драконов и так далее, про магию, различные способности. Этнографические, научно-популярные, что-то вот отсюда, наверное, исторические. Вино из одуванчиков. На самом деле разные жанры, от детективов, фантастики, порой любовные романы. Улицы нашего округа становились съемочными площадками почти для 100 художественных фильмов. Сказки и фантастика, драмы и комедии, детективы и приключения снимали кино и на 20-й версте. Что это за станция? Ответ уже на полосе. Об этих и многих других темах читайте в свежем номере «Одинцовской недели». Бумажный вариант газеты можно найти на наших фирменных стойках, а электронный – на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи на ОТВ!